Первый летний месяц в молодежном центре посвящен папам. В июне традиционно Департамент по делам молодежи и спорта проводит творческий конкурс «Радость отцовства». В этом году организаторы предлагают показать трогательные моменты общения папы и ребенка в нескольких номинациях, одна из которых называется «Папина сказка». Вот в этой номинации мы хотели бы, чтобы папы показали приобщение ребенка к литературе, я не знаю, там, к сказкам, к театру и так далее. То есть где есть действие обязательно папы и ребенка. Любой конкурс предъявляет определенные требования к творческой работе – качество, размер. Но гораздо важнее то, что запечатлено на снимке. Самый главный критерий, чтобы фотографии были живыми, чтобы там были активными участниками как папы, так и дети. Постоянный участник фотоконкурса Дмитрий Ульяхин советует не заморачиваться на профессионального фотографа и студию. В первую очередь на фото интересны искренние эмоции, удачно пойманный момент в обычной жизни. Мы стараемся присылать действительно жизненные фото, которые происходят у нас в семье, там не обработанные. А именно, вот получилась красивая фотография, хорошая, вот мы ее присылаем на конкурс. Работы принимаются до 25 июня, а с 27 июня по 3 июля будет запущено интернет-голосование за приз зрительских симпатий в социальной сети ВКонтакте в группе молодежного центра. А награждение победителей приурочено к празднику семьи, любви и верности и пройдет 6 июля. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.